Так, друзья, 5 секунд. Остановился я в Ильинском. Такой вот меня Бобик встречает. Барбос, ты кусаешься или нет? Колбасы, что ли, ему дать? У меня колбасы-то нет. Печенька есть вот такая вот. Если, короче, он меня укусит, Барбос, ты кусаешься или нет? Фу, фу. Остановился я цепи подтянуть. И этот, как он называется? Ну, бля. Короче, хотел вам, друзья, показать Кирес. Кирес, он стоит классный. Ну, наверное, не пойду по это показывать. Так. Так вот затянул, натянул немного. Вот вроде ничего не болтается лишний раз. Посмотрим, как бы. О, лесники примчались. Барбос-то убежал, может и ничего. Нет, он, видите, бежит обратно. Что-то как-то сыкотно, когда такой барбосина бегает, да? Надо было его прикормить этим. Как он называется? Мясом. Мясо. Фу. Иди давай сюда. Пес Барбос. Поросячий хвост. Ладно. Пойдемте, короче, покажу вам Кирес зачетный. Я Кирес покажу. Вон мужики стоят, смотрят, скажут, что тут ходит с какой-то херней, с фонариком, который не светит. Бульдозер, короче, у него. Фу, блядь! Ты че? Не ори на меня, я и тебя накормил. Ты чё, дружок? Кого я пошел соляру тут воровать? Вон, видите, как у него цепи-то сделаны? Две резинки тоже, и все. И все нормально, как бы, все как бы терпит. Фу! Бля. Стоит у него, так, у него стоит, что у него стоит? Сейчас покажу вам. У него стоит распределитель белорусовский. Руль впереди и рычаги, я так понимаю, под левой рукой. Рация, все дела, стекла тонированы, они на этих кировцах идут с завода. Весь он, короче, такой классный. Ё-моё, да, зачетный кировец. С номерами, со всей фигней. Подожди, у него даже внизу какая-то защита еще есть. Смотрите. Ох, внизу защита. На трещотках. Что-то какая-то. Короче, тут все серьезно, друзья мои. Это вам не хухры, понимаешь ли, мухры. Или лебедка какая-то сделана, вот эта трещотка. Ладно. Это, короче, останется. Это останется тайной для нас. Снизу тоже, видите, сзади, короче. Этот. Кронштейны какие сделаны. А, это для бульдозера, да? Да, для бульдозера. А, ну да, видите, навески-то нет у него. Все, гидравлика. Блин, вообще четко. Вообще класс. Классный Кирес. Был бы у меня такой Кирес, я бы всю жизнь не работал. Весь он, короче, забронированный. Класс, класс. Могучий. Кирес вообще, друзья мои, это очень могучая техника. Самая такая. И очень крепкая, честно говоря. Я немного поснимал Кирес. Вот так, для себя, для Ютуба. Собака-то не кусается. Я его так-то прикормил, а он все равно на меня орет, блин. Понятно все. А что, продаешь? Нет, я для Ютуба ролики снимаю. Вот сколь езжу здесь, думаю, это твой. Ну, а ты тракториста, нет? Вот тракторист. Привет передай, скажи. Привет всем. Привет всем. Во. Видишь как, здесь даже люди не боятся сниматься. Ладно, все, сейчас включусь. Мужик-то говорит, ты, говорит, как в горы-то, говорит, поедешь? Столь, говорит, нагрузил.
Я говорю, с удовольствием. Смеется. Короче, Кирес у него интересный. Бегает, говорит, он быстро. Специально сделан для леса. Везде защиты, все там четенько. Вот. Так, здесь он, видите, точно так же как бы натянул. Вот надо сделать колечками, вот так же сделать, и все. И вот, как бы нормально. Два этих. Две резинки ставить. Распределитель, который я говорил, что один-то, он на один цилиндр только сделан. Потому что цилиндров очень много на Кировце. На навеске цилиндров очень много. И одной секции не хватает. На стандартном распределителе три секции, друзья мои. Ну что, Кировец я вам показал. Двигаемся дальше. Цепи проверил, ВОЗ проверил, все затянуто, все зашибись. Ох, нифига себе, смотрите, там трилевочник с плугом. Все сделано для лесохозяйства, друзья мои. Чтобы работать в лесу. Так что, блин, Кирилл вообще зачетный. Такой классный. Ох, я всю жизнь на нем... Я всю жизнь не работал, если бы у меня был такой Кирилл. Вот такая вот техника бывает. Встречается нам средка экскаватор, переделанный в валочную машинку. Классная вещь. Прям, блин, вообще классная вещь. Какая могучая. Он экскаватор-то могучий, а тут еще и валочная, наверное, башка примастырена. Лишь бы сейчас вывозник не встретился. Кто-то, короче, выезжает. Своим ходом, короче, комплекс выходит из леса. Такие вот дела, друзья мои. Вот видите, еще один едет персонаж. Прям в подъемчике тут у меня загвоздочка получилась. Это вывозная машинка, сразу же с вагоном. Со своей квартирой ездят. Такое вот чудо встречается, друзья мои, на лесных дорогах. Ой, да он еще... Уткнулся в этот. Куда смылся? В кювет-то, короче, он вот здесь упал, друзья. Упал лось, и давай валяться. Охота-то, наверное, закончилась. Все, они на дорогу выходить стали. А он, наверное, ждет, когда КамАЗ проедет, отпадет от него кусок соли. Полизать же ему надо. Соли хочется ему. Нормальный такой лосенок. Или лосик, фиг знает. Лосяшек. На нейтрале подкатим сейчас. Видите, лосенок стоит. Вообще маленький. Маленький лосенок. Видите, соль лижет, наверное. Ох, испугался, блин. Не смог я подъехать поближе. Второй день кряду здесь езжу. Второй день кряду лоси на дороге. Это не к бобру. Конечно, не к бобру. К лосю, ё-моё, блин. Короче, вчера вот эти вот мужик с бабой, ну или дед со старухой, они мне вчера встретились в верховом донке. Идут туда. Я еще думаю, нифига себе, куда хоть побрели. Сегодня вот я еду чуть-чуть попозже, да? Они вообще вот встретились перед этим. Вот подъемчик, да, где вот с поворотом.
тут недалеко, хотя от Верховодонки, но все равно. Знаете что, друзья мои? Меня, наверное, я вот думаю, знаю, куда они идут. Они, наверное, идут от того лося поймать. Добытчики. Ха-ха. Промысловики, я бы сказал. Наверное. Вчера, наверное, здесь сходили. Я лося наспугнул, они не поймали. И сегодня пошли, но я сегодня тоже лося спугнул. Так что, наверное, сегодня они опять останутся без мяса. Картошку будут ести. Оторву я. Да. Будут есть картошку. Конец недели уже, второй подходит. Уже, короче, усталость такая, знаете. Такая добренькая усталость. Устал, короче, Алексей Юрьевич. На выходные давно не был. Но на эти выходные, наверное, я попаду. Если что-нибудь не произойдет опять. Ну там, в том плане, там, прицеп опрокинется туда-сюда. Была такая идея, так сгонять до дому в то воскресенье. А видите, вот в воскресенье-то проремонтировал телегу. Ну ладно, это не беда. Это неплохо. Сейчас зато у меня это, как он называется, бревна вроде, ну, слава богу, никуда не ездят, ни вперед, ни назад. Видимо, втулка была уже подразбита на пальце. Ну, в этой, в скобе-то, как она называется? Скоба дышла? Нет, петля дышла, ё-моё. Вот, сейчас взял, видите, другую с толстой втулкой. Ох, с толстой втулкой на ремне. Зимник, короче, ухлопали весь. С каждым днем он хуже и хуже. С каждым днем все дольше и дольше по нему едешь. Здесь он разбитый. На этой неделе гусеницу не таскали ни разу, нигде. Не до Стариковых. Короче, не сюда, ну, не до Верховодонки. Короче говоря, гусеницы еще не превратились в бабочек. Ё-моё. Поэтому их и не таскаю. Они, наверное, лежат, окуклились. Скоро весна, ё-моё. Скоро весна, и они превратятся в бабочек. В белых и пушистых. Если кто-нибудь на металлолобах не сдаст, да. Идет какой-нибудь яростный копатель. Увидит, разберет и утащит в металлолом. Такие вот дела, друзья. Ёлок-макарёк. Это что такое? Дождик опять начался, что ли? На этом, как он называется? На стекле капельки. Что-то мужик какой-то опять идет. Зачем мужик идет, непонятно. Смотрит, выглядывает. Наверное, что-то ищет. Либо что-то ищет, либо смотрит, где же зайти в лес по грибы да по ягоды. Ой, такие вот дела, друзья. Все, у нас Верховодонка. Тот, кто ни разу не бывал, приезжайте, побывайте. Что у него и машина с 11-м регионом. Шевролет. На ферме, наверное, это. Здесь же фермы. Наверное, это зоотехник приехал на ферму. Ёп-макарёк, блин. Что-то как-то телегу качнуло. Телегу качнуло, и КамАЗ как-то по жопу подвернуло. Надо как-то поаккуратнее, Алексей Юрьевич. Нет ни одной горы на планете, в которой я бы не буксовал. В каждой горе побуксовал уже. Ё-моё. А сколько еще-то предстоит? Ой. До 65 лет. Буксовать и буксовать, это обалдеть. Еще 20 с лишним годов. Нет, наверное, в таком режиме я, наверное, до пенсии не выжить мне. В таком режиме работаю. С
цепями, блин, с этими, со всякими хернями. Наверное, надо будет потом в будущем куда-нибудь устроиться на работу. Я не знаю, куда. Я пойду в кочегары. Да, точно. Я пойду, короче, буду искать себе такую работу, чтобы летом кочегарить, а зимой коров пастушить. Милое дело. Летом кочегарить, зимой коров пастушить. Вот это, блин. Вот такие вот дела. Пока молодой, надо работать. Пока сила есть. Пока сила есть, ума не надо. Видите, а другому не научат. Приходится так работать. Что делать-то теперь? Ничегошеньки ведь не поделаешь. Ладно, лишь бы КамАЗ бегал, ходил, да, друзья? Лишь бы КамАЗ бегал, ходил. Ломался бы поменьше. Чтобы в лесу поменьше ремонтироваться, где волки съели колбасу.